Если раньше на прием к интимному доктору приходили в среднем 30-40-летние, то сегодня пациент сексолога сильно помолодел. Виной тому наши ипотеки, тревоги, стрессы и работа нон-стоп. Синдром хронической усталости делает нас несексуальными уже в 20-25 лет. Причем больше это касается мужчин. Трудоголизм, говорит сексопатолог Александр Дгала, почти синоним импотенции. Так что марш отдыхать на курорты, господа трудяги, и никаких гвоздей. Еще одна важная ныне проблема красноярских мужчин – брутальные женщины. Женщина начинает брать как бы для себя не совсем обычную роль лидера, скажем, в сексуальных отношениях. И не все мужчины, скажем, к этому готовы. И вот здесь в последнее время появился новый термин – это психическая импотенция. То есть мужчина готов к одному, скажем, виду поведения в сексуальных отношениях, а женщина прибегает на другой. И у мужчин часто появляется страх перед женщиной. Так что если вам, девушке, чего-то не хватает, возможно, дело всего лишь вас самих. Кстати, нимфомания, она же повышенная сексуальность, коснулась и красноярок в возрасте. После менопаузы, когда уже все не так страшно, они часто идут в разнос. Страдает этим каждое 20-е. Хотя кто сказал, что страдает? В том, что интерес к сексу в последнее время ослабевает, в том числе и у молодых, виновата глобальная сеть, уверены специалисты-сексологи. Все, что вы хотели знать о недоступном когда-то сексе, но боялись спросить, теперь в избытке есть в интернете. Секс, как прежде, уже не таинство и не запретный плод, потому и не так сладок. Когда вы приезжаете, скажем, на юг, первые там несколько дней, когда вокруг много обнаженных тел и так далее, это как-то притягивает взгляд. Маленько активизирует человека, но проходит неделя, вторая неделя, идет притупление всего. Примерно здесь то же самое. Еще одна проблема – неравные браки. Если мужчина в семье намного старше, его партнерша начинает угасать вместе с ним. И наоборот. Так что сходиться лучше с ровесниками, дольше протянете. Вообще еще Фрейд писал о том, как много значит либидо. Те, у кого оно мощное, большего добиваются в жизни. Учтите это и себя не загоняйте.